Александр Паркаев работает токарем уже более 40 лет. Трудится на заводе «Прогресс». Активно принимает участие в общественной жизни коллектива. Александр – настоящий профессионал своего дела. В 2018 году получил орден почета из рук президента Владимира Путина. Таких преданных своему делу людей, которые трудятся на благо Родины и народа, наградили на мероприятии, посвященном Дню оружейника и Дню машиностроителя. Люблю работать, видеть свою работу, результат своего труда. Поэтому мы уже давно работаем, привычки. Около 120 тысяч жителей Самарской области работают на предприятиях машиностроительного комплекса. Почетным знаком трудовой славы губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев наградил сотрудников ракетно-строительного комплекса «Прогресс», которому в этом году исполняется 130 лет. На нем трудится около 14 тысяч человек, а также сотрудников предприятия ОДК «Кузнецов» и других заводов. Я бы хотел отдельно поздравить ветеранов отрасли. Людей, которые десятилетиями, работая на предприятиях, не только стали выдающимися профессионалами и обеспечили, чтобы предприятия «Самара» по-настоящему были признаны лучшими в стране, но еще и воспитывают династии, воспитывают молодое поколение. Уважаемые коллеги, я хотел бы еще раз всех поздравить, пожелать только самого доброго, самого хорошего. Для нашего коллектива это очень важно, потому что мы стараемся соответствовать духу времени, стараемся быть на технологической и технической высоте. Безусловно, костяк, неизменный костяк предприятия – это люди, которым нравится предприятие, которым нравится то, что они делают. И, безусловно, мы держимся за счет этих людей во многом. И сегодняшняя награда – это именно награда этих людей. После торжественной церемонии награждения работники увидели творческие номера. Полина Чулюкова, Константин Головин. События.